Вот мы идем по рыбацкой деревне. Такой колоритной. Где выращивают водоросли. Точнее, почему-то вся деревня их собирает. Трава. Трава. Для тех, кто любит траву. Курить или есть? И то, и то. Много травы. Это, между прочим, огромный бизнес. Ну да, здесь масштабы видны сразу. Не наступи в траву. Возможно, завтра ты будешь ее есть в ресторане. А я видел, кстати, когда они... В общем, забирают эту траву с лодок, они ее, как сказать, фильтруют при помощи пальцев своих ног. Кто-то вкус был такой. Немножко интересный. Похоже на чипсы, да? Да, вот петухи. Хозяйство народное. Народное. Ну что, стырим кусочек травы? Попробуй на вкус. Все, на лапшу похоже. Тут, видимо, где-то вампиры, потому что очень много кольев. А, да, точно, наверное, мочат здесь. Колья. Hello. Say hi. Hi. Hello. Hello. Вот мы все идем, идем. Вот он, знаменитый маяк. Прикол в том, что можно подняться на него, видимо. Слышишь? Ага. Серега, скорее всего. Наверное. Ну пойдемте уже на Dreamland. Как вы думаете, может быть вон там лифте нужно? Вон там лифте. Ну давай до конца дойдем, посмотрим. А вот где можно? А что в этих танкерах? Что в этих танкерах? Выход в море. Где? Кальмары. Да, ладно. Ну да, похоже, кстати, на суслонов. Воняет вообще. Маринуется трава. Как в шутере можно ходить. Это лестница. Да. Это шутер. От первого лица. Бум. Бум, да. Такой чик-чик зарядил и пошел он по Боре стрелять. Давай, давай, давай. Давай. Ну все, я тебя убил, падай давай. Так, в Борю попасть надо. Я сомневаюсь, если буду падать. А ты думала, как они там? Они в играх тоже падают и все в грязи потом лежат там. Вот мы вышли на красивый какой-то пляж. Здесь кругом мусор, лодки, горы и пастухи.